Здравствуйте, товарищи! Тема сегодняшней лекции – выдвижение требований работников. Выдвижение требований работников. Или просто требования работников. Вот я хочу сказать, что если раньше это был такой вот момент проходной, в моих лекциях в том числе, когда я читал вашим предшественникам и предшественницам, на поприще конфликтологии, то сейчас этот вопрос о выдвижении требований приобрел необыкновенную остроту и необыкновенную важность. Почему? Потому что кто-то научил наших людей, причем кто-то непонятно кто, неизвестно кто, он фамилию свою не сказал, политическую принадлежность не сказал. Вот. Кто-то научил, что надо выходить с протестными действиями. Не требования выдвигать там тому, всем, кто может решить эти вопросы, да? Или требования, если он не может решить эти вопросы, может прогнать надо того, кто не может решить. Не выражать свои интересы в виде требований. А чем требования отличаются от просьб? Одно дело, я это, прошу вас, придите, пожалуйста, зачет сдавать. Это просьба. Ну, кто так ко мне нормально относится, может и придет. Но кто-то даже нормально относится, но говорит, ну просьба была, у нас было то мероприятие, то мероприятие. Правильно, ведь много же, все же занятые же люди. Чего вы будете приходить? Так, а я тут, я требую, чтобы все на зачете были. Кто на зачете не будет, тот вылетает из университета. Что тут непонятно? Это тут понятно, что это требование. Или там вы едете в автобусе, там говорится, остановка по требованию. Это что значит? Что он обязан остановиться, если вы потребуете. Потому что если вы попросите по просьбе, он скажет, так как. И не останавливается. Кстати, в Нижнем Новгороде там такого нету, как у нас можно остановиться по требованию. Там, они называются лайн, почему-то эти самые микроавтобусы. И от остановки до остановки, никаких там, чтобы остановить его около моей бабушки, такого нет, как в Ленинграде, такой услуги. То есть мы отличаем с вами требования и от просьбы, а просьбы от требований. С просьбой ходили крестьяне к царю. Вот они пришли, а он взял их и расстрелял, Николай II. Поэтому все о нем печалится. Какой он бедный да несчастный. Вот, дескать, вот и печалится о смерти семьи, царской семьи. Это царская была семья? Если царь уже сложил свои полномочия, уже не царь. Вот если сейчас вот заведете вы семью, у вас будет студенческая семья. А если уже вы не студент, так она какая студенческая? Не студенческая же, правда? Так и царь. Царь вообще нарушил какой-то порядок, который существует для царей. Нам, конечно, он не важен, но для царей это важен, что как этот человек взял и отказался. Ему такие дали по закону права, что он должен стоять. А он взял Михаилу, кинул мяч. А Михаил сказал, ай, не надо мне это царство. И все. И не стало. Сами, главное, поснимали все. Что с ними делали-то? Никто же его не бил, не убивал. А потом говорят, царская семья. Да у нас семей столько погибло в то время, очень много, по разным причинам и при разных обстоятельствах, как вы знаете. И почему нужно выделять именно тогда царскую семью и вокруг нее такой шум устраивать, непонятно. А вот сколько народу он погубил? Кто отправлял народ на казнь, так сказать, на бойню за проливы, за Дарданеллы, ну, в Первую мировую войну? Японскую, так сказать, проиграли войну, здесь проиграли. По существу, сколько народу положили в Первую мировую войну. И где мы воевали? Там куда-то угнали наши войска. У нас тут ничего такого нашего не было. Там, в Европе, они погибали. Вот к царю ходил народ темный, с просьбами. А сейчас вообще даже и без просьб. Ни требований, ни просьб, ничего нету. Ни требований, ни просьб, а что? Просто вот протесты. Вот у меня будет зачет. А вы это в качестве протеста принесли мне теперь? Вы протестуете против того, чтобы я у вас принимал это? Да протестуйте сколько хотите. Ну как вы думаете, вот от того, что вы протестуете, что поменяется? Абсолютно ничего. Или вы хотите, чтобы я знал, что вы против? Ну хорошо, я буду хорошо вас спрашивать.
Если я буду знать, я буду вас основательно спрашивать. Только и всего. Ну что еще может из этого выйти? От того, что я вот узнаю об этом. Ну как вы думаете, сейчас протестуют против пенсионной реформы? Кто не знает, что народ против? Ну кто такой? Кто вы думаете? Все, нет информации, да? Вот у Путина нет ни ФСБ, нету, ни соответствующих служб, нет у него секретаря. Он, между прочим, у него пресс-секретарь. Кем работает? Должность его какая? Кроме того. Он сам главы администрации президента. Он в администрации президента. Это не просто он какой-то журналист, который выходит, дескать, скажи им это. Он не скажи это, он от администрации президента выступает. И они не знают. Знают они все, что большинство против. Не просто большинство. Вопросы проведены. Опросы какие там? Коммунисты проводили? Там? Анархисты? Социалисты? Кто проводил? Да все опросы, какие они проводили, за 80. А в некоторых случаях за 90. Вот разница только одна. За 80 или за 90% против. Может быть, те люди, которые уже пенсионеры, они так как-то думают, да ладно, это нас не касается. Их тоже много. Вот вам и наберется как раз этих 10%. Поэтому кто придумал эти вот протестные действия? Кто это вообще выдумал? Что это означает, что я вот туда не пойду? Куда я пойду? Ответьте мне на этот вопрос. Если я туда не пойду, куда я пойду? Кто-нибудь может сказать? Нет. Нет. А сколько действий, вот сколько действий противоположно движению туда? Количество. Выразите, пожалуйста, количество. Сколько таких действий? Считайте. Ну сколько? Ну как математики, так сказать, математику изучали, но как надо сказать, сколько таких действий, которые противоположны движению туда? Сколько, или другими словами, сколько действий, противоположных движению на, так сказать, северо-восток? Плюс бесконечно. Да, бесконечно. Бесконечно много. Поэтому это вот такие выступления с протестом, это означает, что вообще не... Поэтому люди думают, какое единство, как много собралось. Вот соберется миллион. А потом эти все из миллиона пойдут после этого собрания пить чай, каждый в своей комнате. Или кто куда-то захочет. Вот я вас... Вы будете протестовать против того, чтобы по окончании лекции продолжать читать лекцию. И что дальше? А куда вы пойдете? Откуда я знаю, куда вы пойдете? Ну, каждый пойдет своей дорогой. Абсолютно. Из этого протеста, из того, что вы не согласны здесь продолжать сидеть, когда вот уже время будет лекционное закончиться, невозможно вывести, куда вы пойдете. И не нужно выводить. Поэтому это, с точки зрения там, политической, это просто пустышка, это просто ничто. И вот на этом фоне, я уже вам сказал, что есть у вас замечательный юридический документ, Трудовой кодекс России, который вы должны изучить и знать его. Хорошо. Он дешевый, только не покупайте вот такие с комментариями, там, которые стоят чуть ли не по 400, по 500 рублей. Это чтобы люди, которые пишут комментарии, получили большие деньги. Потому что если вы там судитесь с кем-нибудь или ссылаться будете, вы можете на комментарии сослаться? Никого это не волнует. Ни судей, ни судей, ни прокуроров, ни адвокатов. Какой-то комментарий какого-то туриста. Я вам комментарии этих надаю вам сколько хотите. И вы сами можете надавать сколько хотите. Правильно? Что, вы не можете делать комментарий к моим лекциям? Да сколько угодно. Вам только дай, и вы сразу... Место зачета, если сразу сделают. Проблему нашли. Поэтому купите за дешевый вот такой Трудовой кодекс России. Почему купите? Потому что я бы сказал, возьмите в библиотеке. Нет, это не такой документ. Там все время из него что-нибудь изымают и что-нибудь вставляют. Причем незаметно, без обнародования. То есть нельзя сказать, что совсем без обнародования, потому что все законы или изменения законов, они проходят обязательно Думу. Так Дума там, как ее называют, еще бешеным принтером, так сказать. Она там сколько законов принимает, сколько поправок. И потом они идут в Совет Федерации, Совет Федерации на подпись президенту, там, наверное, устал Владимир Владимирович подписывать эти все законы. И потом обязательно публикуются, да, в российской газете. Обязательно. Вы, наверное, не читаете российскую газету, а я, как человек, так сказать, я же в государственном университете работаю, государственном. Газета правительственная? Правительственная. Вот я ее читаю регулярно, чтобы знать, что государство наше, о чем думает. И там, значит, целыми полосами, такими мелким шрифтом, что если я еще не ослеп, то ослепну, если буду читать.
Поэтому я честно скажу, что я это все просматриваю, но читаю только вот очень редко, потому что это читать невозможно. Ну, есть еще такое издание, как «Собрание законодательства Российской Федерации», то есть можно там в брошюрках почитать. Это есть в крупных библиотеках, в библиотеке Академии наук есть, наверняка в публичке есть и так далее. И вот после публикации это становится законом. Что становится законом? Например, приведу пример. В этом трудовом кодексе, который вы будете изучать, было написано, что минимальная зарплата должна быть на уровне прожиточного минимума. Есть такая статья. Вот когда будете читать подряд, дойдете до этой статьи, не думайте, что эта статья действует или действовала. Дальше идем в конец трудового кодекса. Там 400 какая-то или 200 какая-то. Это последняя из последних. Последние там несколько, 5 статей, где написано, что вот такая статья, которая написана про то, чтобы зарплата минимальная была на уровне прожиточного минимума, вводится в действие специальным законом, то есть не прямого действия. Дескать, будет, будет, наступят светлые времена. В свое время, когда наступит такое время, так и будет. И вот тогда был, когда трудовой кодекс вводился, тогда министром был Починок. Он отличался тем, что у него такие уши, так сказать, и как-то сразу его все узнавали. Этот Починок перед смертью сказал, что вы 15 лет не увидите выполнение вот этой статьи, которая говорит о том, что минимальная зарплата на уровне прожиточного минимума. А если минимальная зарплата меньше прожиточного минимума, какие выводы, какие вам мысли приходят в голову, что зарплата у некоторых людей меньше прожиточного минимума? Что с ними будет? Они потихоньку начинают умирать. А? Они начинают умирать, поскольку если... Только начинают меньше. Или заканчивают уже умирать? Очень вероятно, что вы правы. Я думаю, что они только начинают, но и продолжают, продолжают. И заканчивают. Нет, новые люди только начинают, а старые люди и продолжают, и заканчивают. И это продолжалось 15 лет. И вот я вас поздравляю с великим праздником нашего народа, что в этом году сначала сообщил об этом Владимир Владимирович, и вот это теперь принят уже и этот закон, про который говорил товарищ Починок перед своей смертью. Он говорит, ничего, мы скоро встретимся, там много будет народу, там, куда я улетел. И вот теперь уже у нас минимальная зарплата на уровне прожиточного минимума, это теперь закон принят. И тут откручиваем снова к началу. Вот та статья, которая говорит об этом, она вошла в действие. А тогда были всякие передачи по телевидению, показывали, как, значит, работницы выступают, празднуют это, которые никогда не читали до конца этот проект трудового кодекса, и шары поднимаются наверх. А эти шары означали, что это ваши мечты улетели. И вот теперь с этого года, с мая, с 1 мая, у нас минимальная зарплата не может быть меньше прожиточного минимума. То есть, если вас принимают на работу, должны дать прожиточный минимум, чтобы вы прожили. А раньше вас нанимают на работу, но не для того, чтобы вы прожили. Это вам кажется, что вы проживете. Ну, вы идете, вон сарай сидит рядом. Вот еще молодой человек, он не задействован. И так постепенно гастарбайтеры есть, оттуда приедут, из Киргизии, из Таджикистана, из Узбекистана, из Молдавии. Нет вопросов. Это вот представляете, я был бы помещиком, а вы были бы у меня крепостные. И вот она умерла. Это же ужас. То есть это ей уже само собой, там родственники, там то все, родитель. А я как же? А кто будет работать? А что мне? А кто будет мне все делать? А кто будет хлеб убирать? А кто мне будет на стол подавать? Это же горе. Поэтому, если я барин, я не допущу, чтобы вы погибли. Правильно? Вот, будете спокойно, живите спокойно. Я достану, открою амбар и в голодный год. Пожалуйста, вот вам зерно. Ну, когда будет урожай, вы отдадите мне с прибавкой. Хорошо? Но сейчас вы не умрете. Все будет хорошо. А если я капиталист? Ну, человек. Ну, что-то с ним случилось. Нет его. Вот второй сидит. У меня, это же свободный рынок. У меня этих работников, которые... Для чего делается безработица? Вы что думаете, буржуазия дура, она не может посчитать, сколько есть рабочих мест и сколько работников? Может или не может? Может. Может. Значит, она так считает, чтобы рабочих мест было строго меньше, чем работников. Правильно? Логично? Это называется резервная армия труда или гиря на ногах у рабочих. Зачем эта гиря? А вот вы будете требовать зарплату? А вот сидит товарищ, он готов за эту зарплату работать. Ну, уходите, вот есть еще другой.
А он будет требовать, вот за ним сидит, вот она готова выполнять и за меньшую, чем вы. Идите, все, не надо спорить, уходите. Вот как оно обстоит дело. А то у нас безработица. Кто ее организовал? А есть такие страны капиталистические без безработицы? Нету. Нету, потому что это немыслимо, если если я руководитель капиталистической страны и выполняю волю буржуазии, у меня нет безработицы. Так эти нахалы же будут требовать бесконечного повышения зарплаты. И ничего никуда не денешься, потому что он уйдет, и все провалится, и я прибыль не получу. То, что он не получит зарплату, да и черт с ним. А прибыль-то я не получу и не смогу купить острова. Это мы не допустим. И поэтому у нас будет обязательно резервная армия. То есть ситуация, мы сейчас живем в демократическом обществе, в каком? В котором свободный рынок рабочей силы. Вот вы от всего свободны. Вот если я директор, собственник завода, я не свободный. У меня завод, его надо охранять, там машины, оборудование, надо закупать, продавать там. Ну и, конечно, я там имею возможность кое-что себе купить. Но я, представляете, какие у меня, я вот ложусь спать, я все думаю, сказать, куда миллиард, туда миллиард, это как все это трудно, тяжело, а вам что думать? Сидите себе, ничего не делайте, плюете в потолок, занимайтесь в университете, вот житуха. И вот в этом обществе, поэтому, если вы будете протестовать, протестуйте, у нас же свобода. Идите, закажите митинг и протестуйте. Только то, что заказывали, то и протестуйте. А то вы заказывали митинг против пенсионной реформы, и кричите «Путин вор». И вы закажите про Путина митинг, тогда идите и доказывайте про Путина. То вас отправят в удельный парк или еще какое-нибудь, найдут место. Идите там, и вы вступаете сколько хотите. Но есть порядок, который установил кто? Правящий класс. Правящий класс кто у нас? Буржуазия. Так, у нас что? Государство – это диктатура правящего класса. Вы против диктатуры? Что с вами будет? Короче говоря, мы должны вот очень четко понимать, что при этом, при всем, при том, что то, что я говорю, это так и есть, при этом, при всем, вот вы читаете Трудовой кодекс? Трудовой кодекс дает право трудящимся требовать. А то есть выдвигать такие требования, которые обязаны выполнять работодатели, а могут и не выполнять работодатели. Но тогда трудящиеся получают право на забастовку. И тогда как бы вы сами виноваты, что у вас работники сделали забастовку. То есть за требованием идет не то, что я требовал и все. Ну, потребуйте у меня 1 000 000 рублей, нет проблем. Потребуйте, дайте, Михаил Васильевич, дайте 1 000 000 рублей. Потребуйте. Не дам. Вот. И все, у нас закончился этот. И конфликта нет никакого. Красота. Вот. А требования, это означает, что, ах, если вы не дадите, тогда я... А что вы тогда сделаете? А вот за этими требованиями стоят действия, забастовка. Ну, конечно, там надо... А что вы хотите? Ну, конечно, процедура сделана такая, что всякие дураки ее не пройдут. И всякие пустые люди ее не пройдут. И люди, которые просто покричать готовы, организовывать не умеют. Поэтому, с одной стороны, это плохо, что длинная вроде бы процедура. А с другой стороны, ну как вы думаете, народ раскачается на забастовку, что быстрее, чем за месяц? Да такого не бывает. Процедура месяц. 31 день – самое короткое движение. Но если это все идет. Поэтому вот мы с вами говорили о переговорах. Зачем переговоры нужны? Почему нужно ими воспользоваться? Ничего на переговоров не получите. Это я вам заранее говорю. Ничего. Ну, вы хотите со мной переговориться насчет того миллиона. Вот вы уже... Это, будем считать, что это у вас переговоры со мной. Не дам я вам миллион. Давайте дальше разговаривать. Еще чего хотите сказать? Не дам. И мы так можем с ним... Но дело в том, что он уже злодей, что сделал. Если он там все приготовил, как мы в прошлый раз объясняли, что нужно... эту самую делегацию на переговорах, ее надо провести через конференцию или через решение профсоюзной конференции, или через конференцию работников, или через конференцию профсоюзную, если в профсоюзе большинство работников. И тогда я обязан вас, злодея, который у меня требует миллион, освободить от работы с оплатой по-среднему. Миллион вы не получили, но вы ничего не делаете, с моей точки позиции, ничего не делаете, то есть вы не работаете на меня.
А я зарплату вам сколько у вас? 50 тысяч в месяц. 50 тысяч за 3 месяца. 150 тысяч меня украл злодей. Еще по закону. То есть, а таких может быть 8 человек. 8 по 150 это что такое? 8, 800, 5, 8, 40. 1 200 000. Вы у меня 1 200 000 забрали. Вот что это такое переговоры. Так что переговоры это такой укол очень... серьезное. Не согласился работодатель? Ну, тогда мы не будем больше переговариваться. А потому что мы уже переговаривались. Более того, вот у вас есть товарищи, которые вы-то давно считали, что надо делать, вот он давно считал, что надо делать забастовку. А вот он не верил. Он говорит, да нет, мы с Михайловичем договоримся, я ему попрошу, у него 1 000 000, он даст. Ну, может, он с 3-го, с 23-го, с 45-го раза. Может, я и дам. Может, не настолько он мне тут будет все время тут нависать, что я думаю, отдам все, все продам, что есть, отдам и все. Но для того, чтобы изжить эти иллюзии, что вот так согласятся, надо, чтобы люди через них прошли, правильно? Вот есть добрый царь, есть добрый отец, хозяин фабрики, добрый руководитель. Давайте будем поговаривать. Вот вы попереговариваетесь. А что вы должны делать во время переговоров? Ходить. И рассказывать во всех бригадах, как идут переговоры, ну как дела, да все то же самое. Что мы не скажем, все отталкивает, все отбирает. И все доказывает, что они самые бедные, беднее нас. Поэтому на самом деле вот эти переговоры, нельзя к ним относиться так, что дескать, а на переговорах ничего не получишь. Во-первых, мы говорили, что во время переговоров еще и другие действия могут быть, да? Коллективные действия, так, намеки на то, что на другом языке может это быть все изложено, и разговор другой. И вот, наконец, встал вопрос о требованиях. И что вы думаете, в законе написано, что вот вы выйдете один, потребуете, я буду что-то выполнять? Да ни за что. Я и с вами разговаривать не хочу. И не буду. А вот если вы оформили переговорную группу, как полагается, да, провели череду, я обязан сесть на переговоры, обязан. Никуда не может деться работодатель по закону, он обязан садиться и разговаривать. Сейчас сколько это по времени? А? Сколько занимает эта процедура по времени? Какая? По времени? Ну, я не знаю, конференцию собрать может месяц. Да. Ну, как вы его соберете, конференцию? Вот представьте, там, допустим, 7 цехов. Вы пришли в цех. Вы из своего цеха только будете делать? Да. Так и не получится, да. Не получится ничего. Вам надо, я же руководитель-то, хозяин-то всего предприятия, или генеральный директор по поручению хозяина. А вы чего, от этого цеха идите домой, идите и работайте. Он придет, и вы идите и работайте, вы придете, идите и работайте. А вы что должны сделать? А вы должны собрать конференцию. А как собрать конференцию? Ну, допустим, у вас нет профсоюза, берем такой случай, который тоже описан. Что вы делаете? Вы у себя, кто-то должен придумать норму. Вот докеры одно время со мной посоветовались, и у них там тысячи работает докеров. А мы собрали конференцию из 7 человек. Ну это же не трудно сделать, посчитать, какую на норму представительства, да? Ну, допустим, 1 из 300. 7 на 300 – это от 2100. 7 человек будет, да? От 300. Вы пришли в цех, давайте одного от вас представителя на конференцию, пошли в другой цех. Я тогда давайте. Пройтись по другим цехам. Да. Да? А вы придете, а тут я как раз так. А вы чехаете в рабочее время? Уволите его. Не, ну сразу не могу уволить. Сначала выговор вам. По-моему, вы второй цех, второй раз, второй выговор. И тогда третий раз уже уволил. Когда вы можете пойти в цех? В нерабочее время. А когда нерабочее время? Да все уже ушли домой. Да, все ушли домой, хорошо. Молодец. Не было. У меня нет. Или когда мы не пришли еще, да? Когда вас нет. Тогда хорошо. Я должен быть уверен, что вас не будет в цехе, когда я туда приду, чтобы переговорить с человеком, который будет представлять этот да цех. У меня есть директор. Вы что, камеры не видели? Я сижу в кабинете, вот этот голубчик, вот он идет. Он считает, что я его не вижу. О, какие у меня варианты? Какие у вас варианты? Думать надо. Хорошо, пожалуйста. Когда у вас свободное время на работе? Когда? В обеденный час. Ну, Вот. В обеденное время. Когда я кушаю бутерброд, или вот он кушает бутерброд, это не касается работодателя, правильно? Хочу кушать, я люблю кушать бутерброд, когда ко мне кто-то приходит и такие какие-то, ну, интересные такие вещи рассказывается. Давай конференцию соберем. Я говорю, давай. И закусываю дальше. Без бутерброда, может быть, я бы на вас накинулся голодный. А так вы приходите, какое-то развлечение. Люди в домино играют, пусть играют.
Ну пусть проголосует. Вы играйте, играйте, только давайте проголосуем. Кто от вас будет, от вашего цеха? Если у вас один от 300, а в цехе 150 человек, вам надо от двух цехов один. Вы скажете, вот есть один человек из того цеха, вы его знаете, он хороший. Ну, не хотите, я вот с ним еще приведу вам. Да знаем мы его, знаем. Ну вот надо, из тех, которые, так сказать, уже давно работает. Ну давайте, будет от вас от двух цехов делегат. И вот вы ходите в обеденный перерыв и сами хорошо проходите. Не просто сидеть, и с народом. И глядишь, и собрали. Что вам нужно сделать теперь? Это протоколы везде нужно сделать. Везде нужен быть председатель собрания вот этого цеха. И секретарь собрания этого цеха. Нет, это еще только начало процедуры. И там есть повестка дня, выборы конференции, и делегатов на конференции. Ну, пока вы всех обойдете. Представляете? Вот, и вы должны с одинаковой повесткой, потому что иначе у вас не склеятся эти протоколы. Надо, чтобы протоколы все, потом написать единый протокол. Прошло собрание по подразделениям. Всеобщее собрание всех работников. И на нем избрали вот 7 человек. Или 10. А кто-то... Норму представителя кто определяет? Ну, кто инициативу взял, тот и определяет. Ну, кто еще определяет? А если это профсоюз делает, он обычно правком определяет уже, и дальше он это, ну, по этой норме начинает собирать. Он проводит конференцию профсоюзную, если больше половины. А если не больше половины, тогда профсоюз просто организует конференцию работников. И это уже не так, что вот один выходите, а вы уже, говорите, я вот из такого профсоюза, и быстро-быстро вы предлагаете список. Можно этот список делегатов на всех собраниях привести, и получится, что у вас не конференция избраны эти люди, а собрание. А потом вы единый протокол, прошло собрание, присутствовал в общей сложности вот столько, обсуждали вот такой вопрос и получили такое-то решение. Ну да, уж если вы ходите только делегатов, наверное, тогда и требования надо здесь. Иначе вы что, требования опять пойдете? Вам не даёт сходить? Поэтому что вы будете требовать, сначала надо подумать, потому что не надо делать конференции ради одного, чтобы собрать конференцию. Конференция собирается ради не упускать содержание. Потому что с этими вот законодательными нормами вы можете потерять суть дела, а суть дела вот требования. А что главное в требованиях? Что вы требуете? Вот, например, наши граждане, союзнички, РКРП, Российская коммунистическая рабочая партия. У них есть даже свой депутат в Карелии. Они через своего депутата придумали требования, которые они хотели включить в закон. И изменить даже законодательство, трудовой кодекс. И вставить вам, чтобы в законе было написано, что вот индексация является обязательной. Со мной консультируюсь, я им объяснил, вы 4 раза напишите слово «обязательно» будет. Если вот у вас сахара нет, а вы слово «сладкий» напишите 4 раза, слаще будет у вас во рту. Ну что вы, так сказать, идете за конкурс? Если вы хотите сделать что-то обязательным, что надо менять? Вот закон, где написано, что вот есть индексация, что индексируется она. Или надо менять уголовный кодекс. Напишите в уголовном кодексе, что за непроведение индексации 2 года тюрьмы. Это другое дело. Если будет такое, это хорошо. Вот такое бы и внесли бы. А у нас вносить кто может предложение в закон? Кто имеет право законодательной инициативы? Ну вот, скажем, законодательное собрание Санкт-Петербурга имеет право законодательной инициативы. Это же Карельское законодательное собрание. Оно и внесло. Давайте впишем слово «обязательно» в индексацию. Ну, как чудаки. А что такое индексация? Вы знаете, что такое индексация зарплаты? Что такое индексация? Не знаете? Вам пенсию не надо, стипендию не надо индексировать? Не надо, да? Вы знаете, что ваша стипендия и реальное содержание с каждым годом все меньше и меньше и меньше? То есть вам нравится, да? Спасибо, нам такие люди нужны. Которым нравится это. Вам тоже нравится? Нет, вам не нравится. Значит, а индексация – это возвращение пенсии, доходов, стипендий, любых выплат на тот уровень, который был в прошлом году. Ну вот вы вернули путем индексации, или нам вернули путем индексации по нашей просьбе, или по требованию, или как хотите. И вот что потом происходит? А потом выходит мадам Набиуллина, председатель Центробанка, говорит, мы сделаем инфляцию не меньше 4%. Она все время с этим следит, чтобы у вас все время... Вот это вот так, ваша стипендия вот так шла. Серьезные люди об этом думают. А почему они
такие серьезные, потому что это предложил Джон Мейнард Кейнс, английский экономист, лорд. Еще Ленин его читал, очень крупный. Ну что, говорит, вы там на этом на предприятии перетягиваете канат с руководителем? Зачем? Просто будет как бы стихийное бедствие. Цены растут? Цены растут? Растут цены? Нет. А что? Что с ними происходит? А? Сами. Что вы говорите? Кто? Кто повышает цены? А? Не мы. Ясно, что не вы. Ну кто их повышает? Ну чьи товары тут и цены повышают, правильно? Ну кто повышает цену на хлеб? Те, кто продают хлеб. А кто повышает цену на книги? Тот, кто продает книги. А то, чтобы цены росли, вот я такого ни разу не видел. Это трава растет, да. Вот вы можете расти, но чтобы цены росли, не бывает такого. Приходят на бумажке, уже так быстро растут, что ценников таких, которые раньше, так красивых таких, уже и нету. На какой-нибудь картонке нарисуют, и все время, каждое утро выходит, и опять пишут новые. Что такое индексация заработной платы? Индексация заработной платы – это вот у вас идет вот такое падение, идет, график, если нарисовать, вот такое падение. А поскольку это треугольник получается, то вот если 4% у вас индексация, инфляция, то за год у вас съедает 2% ваших доходов годовых. Вот вы умножьте свою стипендию на 12 и 2%, как вы... И, как говорится, я согласилась это отдать. Кому вы отдали? Бедным или богатым? Кому вы отдали? Нет, я только. У нас, конечно, самые богатые студенты. Да. И пенсионеры тоже богатые, они тоже. Пенсии же тоже снижают. Конечно, все рабочие, конечно, богатые, они должны. И они тем людям, которые потом говорят, денег нет. Как товарищ Медведев. Нет денег. Ого, нет. А вот, скажем, руководители крупных компаний, я даже не знаю, сколько они получают, потому что как-то мне не попадаются цифры, а вот члены наблюдательных советов или вот как раз вот эти советы руководящие, хотите Роснефти, хотите Газпрома, хотите Сбербанка, наберете в интернете, сколько получают члены вот этого руководящего органа. Ну где-то вот в Сбербанке 24 миллиона в месяц. У вас такая же стипендия, нет? Меньше? А что это у вас такая маленькая? Что у вас? Вы же готовитесь вообще поднимать страну. А они-то что делают? Ну что они такое особенного делают? Ну шахтеры уголь добывают в шахте, там тяжело, там говорят, убить может их, правда там? Загазованность, запыленность, такие болезни. Они, так сказать, пишут бумаги. Ну вот вы мою работу вот видите, хорошо? Вот что со мной станет? Я умру, что ли, от перенапряжения? Или что, я упаду, запнусь за стол, что ли, за стол? Ну что со мной может случиться? Я же не в шахте работаю. Меня не засыпят углем. Никак. Как я? Я получаю 53 тысячи. Это не так мало. По сравнению с вашей стипендией очень даже много. А эти получают 24 миллионов в Сбербанке. А что такое Сбербанк? Денежки туда гробовые туда несут все. Пожилые люди, на всякий случай. На случай болезни, смерти и так далее. А эти все устанавливают члены правления такие зарплаты. Или Роснефть. 28 миллионов. Члены правления Роснефти 28 миллионов. Вот вам дать такие, вы же умрете. Отчасти, да. С ума сойдете. А? Отчасти. Что отчасти? Умрем. Умирает человек, умирает отчасти, когда получает 28 миллионов. И какая разница, от чего вы умрете? Умрете. Или вот он же увидит, что у вас 28 миллионов. Накинется на вас, с ума сойдет. Я не знаю, что будет. Я сам не уверен, думаю. Поэтому мне и не дают, наверное. Думаю, черт его, дашь ему, а что будет со студентами? Он начнет на них кидаться. Дескать, я потом заплачу, если что, какие будут ушибы и так далее. Знаете, как бывает, начинают чудеть люди с деньгами. А по дороге вы пойдете, вам не страшно будет домой идти? Чуть-чуть. А вот он будет сзади идти и просить, дай 2 миллиона хотя бы до завтра. Сзади. И девушки вас попросят, ну что за одному вам, куда вам 28 миллионов, ну хоть по 2 миллиона каждый, раз, два, три, четыре, четыре, два, 8 миллионов, ну 32 минус 8, остается у вас 24. Что, мало? Отдайте по миллиону. Ушадный какой, ушадный, молчит.
А почему? Вот это известно, что когда люди... То есть неизвестно, что будет с конкретным человеком, когда у него будут такие деньги, куда он какие вещи будет говорить. По крайней мере, вот эти члены правления все доказывают, что это у них зарплата. Хотя, как вы понимаете, это прибавочная стоимость под видом зарплаты. Назвать-то можно? Что сказать, раз то, что я получаю, то и зарплата. Нет, то, что я получаю, это то, что я получить можно очень много. А зарплаты большой не бывает. И это народная мудрость есть такая. Без трудов праведных не наживешь и палат каменных. Не наживешь. А если у меня каменный дом, значит трудились люди праведно, но не я. То есть труд, праведный труд был обязательно какой-то. Вот, возвращаемся, значит, к этой вот проблеме, которая сейчас стала очень актуальной. Вот все это какой-то всеобщий психоз насчет этого протестов, которые ни к чему не ведут, потому что они говорят, куда мы не пойдем. А вы куда-нибудь пойдете, а потом все расходятся в разные стороны. Никакого единства действий нету. Поэтому вопрос о том, какие выработать требования, он очень глубокий. Очень глубокий. Если я скажу вам, вы сами должны придумать требования, я думаю, вы скажете, это же чрезмерная нагрузка. Правильно? Поэтому я хочу вам сказать, что есть такой документ. Есть такой документ, называется «Программа коллективных действий профсоюзов». Программа коллективных действий профсоюзов Федерации профсоюзов России. Программа коллективных действий профсоюзов Федерации профсоюзов России. Называется этот документ «Задача коллективных действий». Висит этот документ на сайте Фонда Рабочей Академии, на главной странице. И там перечисляются те требования, которые выработали самые толковые профсоюзы, какие у нас есть в стране. Требования. Выбирайте из них те, которые вам близки и понятны, поскольку вы свои же будете, вы же будете требовать, вы же не будете требовать то, что вам не нужно и непонятно, правильно? Поэтому вы можете выбрать из того перечня, который там есть, а там есть и переход к шестичасовому рабочему дню. Там есть и повышение реального содержания зарплаты. Чем это отличается от индексации? А тем и отличается, что индексация вообще вас никогда улучшения жизни не дает. Оно у вас возвращает вас к той зарплате, которая, или пенсии, или стипендии, которая была в прошлом году. А потом опять идет на спад. И так каждый год. Сизифов труд. Знаете, в чем состоял, да? Сизиф, известный герой греческого эпоса. Закатывал туда камень на гору, а потом этот камень... Катывался. Ну, он следующий год снова закатывал. Вот это те люди, которые выдвигают требования индексации. Целая партия этим занималась. Российская коммунистическая рабочая партия. Даже неприлично все такие слова, такие вроде, как употребляются, и такую чушь предлагают. А вот повышение реального содержания зарплаты – это другое. То есть... Вот реальное содержание вашей стипендии стало больше. Вы на нее купить можете. Вчера приходили, был пирожок. Сколько он теперь пирожок-то, черт его знает. Сколько пирожок нам стоит? 5 копеек. Да, прямо 5 копеек. Это у вас из мрачных лет солитаризма и культа личности у вас. Николай Васильевич, 50 рублей возьмите. 50 рублей, да? Завтра приходите, а он 49. Хорошо же? А у вас уже... Рублик, а то, смотрите, и компот подешевел. Это значит, что у вас стипендия ваша не изменилась, номинальное содержание, а реальное содержание больше. То есть, если вы с корзинкой приходите, кидаете в корзинку, ваша корзинка теперь будет более полной. Там будет то, чего раньше не было. Поэтому повышение реального содержания заработной платы или, соответственно, доходов любых, это и есть более полная потребительская корзина. То есть, вы больше можете реальных получить вещей. Не сколько у вас бумажек. Вот я вам докладываю, что одно время у нас в гайдаровские времена в сотнях тысяч были зарплаты. Сотни тысяч. Ну, соответственно, и цены. И нам перед летом мне выдали 2 миллиона. Я в ВПК работал. И я был миллионером 2 месяца. Ну, уже к концу августа все. А потом взяли и сократили эти цифры. И сейчас можно сократить. Сколько у вас стипендий? 1500? 2 нуля. Давайте срежем, будет 150. А, нет, 3 нуля срежем. Нет, 2 нуля срежем, 15 рублей будет, да? Ну, вот она и ваша стипендия. Ну, соответственно, у меня 50 тысяч, 2 нуля срезать.
Что там получается? 500 рублей. Будь здоров. Так и было. Заведующий кафедрой получал 500 рублей в советское время. Это все нули, это для того, чтобы бабушкам раз показывать, они стипендии, говорят, у меня была раньше сотня, а сейчас тысячи. Тысячи у меня, 7000 уже, сынок. У вас тоже ведь тысячи, 1500, тысячи, а при царе были копейки. Мы как-то с сестрой, когда я мальчишкой был, нам родители дали 3 рубля, сказали, победуйте на них вдвоем. Мы пошли в московском районе, или там где это такое здание красивое со шпилями, там вот, в соседнем доме мы жили. Мы зашли на бассейную, в столовую, на 3 рубля сделали первый, второй, третий. Поели хорошо, гуляли. Пойдите сейчас на 3 рубля погуляйте. То есть вопрос в реальном содержании. А реальное содержание важно. Но может быть такое, что у вас будет не вот было 50, а приходите 49 рублей. Только будете ругаться, что сдачи нет. То все. Потом 48. То есть это можно ведь микроскопически идущить, тоже будет повышение реального содержания. Поэтому если кто-то потребует повысить реальное содержание зарплаты и не укажет в какой степени, то он как дурачок потом получит, вот ему повысят. Да. За год вам копейка будет прибавлена реальной к зарплате, и вы сможете купить чуть-чуть больше, копейку. Спички купить. Нет, спички на копейки не купишь все равно. Что-то надо вам больше прибавить. Поэтому профсоюзу обычно требования выдвигают такие. Я беру такие, которые реализовались. Требования были больше, конечно. Вы понимаете, чтобы у вас реализовалось требование, то, которое выиграло, так надо запросить больше, да? Если вы хотите от меня миллион, то надо просить 10. Потому что я и 10-то не давать буду, но там вы меня до миллиона доведете. А если будете просить миллион, больше, чем 500 тысяч не получите. 3 рубля будете просить, я скажу, пошел вон этот попрошайка. Поэтому надо как-то ставить вопрос. Не протестовать, а ставить, требовать. Что вы хотите потребовать? Вот докеры потребовали для Восточной покрытие инфляции. То есть выросла она на 100%. Ну, значит, 2 раза больше должны зарплату заплатить. На 200%. Ну, значит, 3 раза больше, правильно? Что тут непонятно? Все понятно, покрытие. Индексация – это не любое повышение зарплаты номинальной, а повышение зарплаты на индекс инфляции и только. И только. То есть вернуть зарплату к тому, что было год назад. И так никогда из нищеты не выберете. Никогда. Если вы будете только индексировать. А плюс еще. Вот у них 5% было записано. То есть 5% к зарплате, вернуть назад и 5% прибавить. Вот это повышение уровня реального содержания зарплаты на 5%. А у работников Ford Motors Company, они, правда, вот коллективные договора добивались, они забастовками, и на один год. Хотя вообще коллективный договор может быть заключен на 3 года и продлен еще на 3 года. И столько бороться, и всего на один год. Раз. Год кончился, и у него и у них закончился их коллективный договор. А по нему было так. Покрытие инфляции плюс 2,5%. Тоже на дороге не валяется. Правильно? Вот посчитайте там, если это 100 тысяч, это 2,5%, это уже сколько там? Сколько это 100 тысяч? 2500? Вот. Поэтому нужно не вообще повышение, а повышение на такой уровень сверхинфляции. Вот это требование. Ну, значит, если люди получили 5%, наверное, они требовали 10%, я так думаю. Подозреваю я на Дальнем Востоке. У меня даже был такой случай, когда меня попросили быть посредником. Позвонил мне председатель Российского профсоюза докеров. И говорит, что вот вы не могли бы вы вот быть посредником у дальневосточных докеров. Я говорю, я-то могу, но никто из работодателей никогда не согласится, чтобы посредником был тот, кого предложила другая сторона. И вы не согласитесь, чтобы посредником был тот, кого они предложили. Поэтому я-то, пожалуйста, я согласен. Ну, это не важно. Вы говорите, ладно, согласны? Я говорю, я согласен. Потом и пропали. Потом я спрашиваю, ну, чем это кончилось дело? А все, говорит, мы оформили, вас предлагали, но они решили, раз такое дело, они решили, что раз это дошло до Ленинграда, повысили на 2% нам зарплату и все.
И закончился спор. Так что я сыграл выдающуюся роль без особенных усилий в этом смысле. То есть попугали там людей и все. Но это редко бывает. Обычно такие матерые люди, вряд ли они на такие вещи идут. То есть это вот исключительный случай. Так, повышение реального содержания зарплат. Вот хорошее требование, правда? На сколько процентов сверх инфляции? Обязательно. Это люди не знают. Не знают люди, что такое индексация. Им говорят, нам индексировали на 1%. Вам не индексировали, вам повысили на 1% вашу зарплату. А индексировать можно только на тот уровень, на какой выросла инфляция. Вот это будет индексирование. Если инфляция у нас 4, значит на 4 надо. Тогда будет индексация. А если будет на 3, или на 2, или на 2,5, на 3,5, это не индексация. Это просто повышение вашей номинальной зарплаты до уровня, который не покрывает падение. Вот что это такое. Вот что надо понять. Какие еще требования могут быть? Вот сейчас, вот в этой программе профсоюзов «Задача коллективных действий», которую я вам очень рекомендую, и надо ее изучать. Там есть и такие предложения, как... Ну, вот я вот в отношении величины рабочего дня уже говорил, к 6-часовому рабочему дню переход. Два. Чем это хорошее требование? Скажем, вот условия труда тяжелые, вредные, опасные, монотонные. Они все по всем параметрам сразу у вас улучшаются. Почему? Потому что то вы находились в тяжелых условиях труда 8 часов, теперь 6. Вы во вредных условиях находились 8, теперь 6. Вы в условиях загазованности и запыленности и воздействия электромагнитных излучений находились 8 часов, а теперь 6. То есть это такой комплексный. Это требование прозвучало даже, вот есть работа Ленина такая, «Великий почин». И там Ленин пишет, что вот Карл Маркс в «Капитале» издевается над пышностью, велеречивостью, великой хартией вольностей и прав человека, над всем этим фразерством о свободе, равенстве и братстве вообще, которое ослепляет мещан и филистеров всех стран, вплоть до подлых героев подлого Бермонского интернационала. Всем этим пышным декларациям прав Маркс противопоставляет простую будничную постановку вопроса пролетариатом. Государственное сокращение рабочего дня. Вот, вот вам требования. Поменьше болтовни, там пишет Ленин, о свободе, равенстве, братстве народовластии. Сознательные рабочие и крестьяне наших дней в этих надутых фразах сразу легко и безошибочно определяют, по всей вероятности, мошенник. В этой же работе Ленин говорит, как критиковал Чернышевский так называемые права человека. Каждый, говорит, есть на золотом, имеет право есть на золотом блюде, если оно у него есть. Вот у вас право есть на золотом блюде? Есть. Есть. А у вас блюдо есть? Есть. Дайте, пожалуйста, и на один день. Пусть она воспользуется этим правом, потом обратно заберет. То есть одно дело провозглашение чего-нибудь, а другое дело реальные изменения. Вот поэтому вот продолжительность рабочего дня. Что еще? Условия труда. Условия труда. Они могут, вот, требования, связанные с условиями, могут выражаться в том, что там не везде до 6, а там, может быть, до 4 часов. Ну, скажем, я вот помню, у нас был коллективный, у нас был договор хозяйственный экономического факультета с Кировским заводом. И мы в Тихвине делали долгосрочный план социально-экономического развития на 10 лет тихвинских производств, объединяя Кировский завод. Приходишь в литейный цех. Литейщики обычно мужчины. Женщины работают на формовке. Таскают эти самые тяжелые формы песчаные. И там вредные, потому что эти все, там песок не такой, который на площадке и на пляже, а песок, который пропитан какой жидкостью, чтобы потом при нагревании все это застыло и стало твердым. Они вот что-то с этим делают, и туда можно было бы заливать уже металл. На вредной работе работают. Вот там такие условия. Эти требования кому будете направлять? Вот у нас сейчас все требования направляют куда? Правительству и президенту. А зачем? У нас собственность правительственная, президентская или частная? Ну, если я у вас работодатель, куда надо направлять требования? Вот мне и направляйте. Это написано в кодексе. Требования надо направлять по адресу.
Вон на деревню дедушки не хотите написать? Это там можно все изложить, все, что вы хотите. Это и есть. Вот эти протесты, это на деревню дедушки. Письма. Вы можете потребовать. Когда вы можете потребовать? Когда вы оформите это. То, что вы на самом деле, что вот эти требования прошли на собрании или на конференции, и за них проголосовало более половины собрания или более 2/3 делегатов конференции. Но считается, что конференция – это уже, так сказать, второй уровень, нижний уровень, самые полномочные собрания всех работников, а второй уровень – уже конференция. Так вот, раз конференция, то 2/3 должно голосовать. Если у вас 2/3 не собралось, и протокол везде надо идти писать. Кто не умеет писать протоколы, повысить себе зарплату не повысит. А это что такое? Это навык управления государством. Вообще навык, которым должны люди обладать. Вы хотите победить бюрократов. Как вы их победите? Они все умеют писать, а вы не знаете, как написать. Как их обмануть? Все. Ленин говорил так. Говорит, вы попытались решить вопрос по телефону, ничего не получилось. Обложитесь бумагами и тащите в суд за волокиту. Но бумагами надо обложиться тогда. У вас есть доказательства, что вы студентка? Что у вас есть? Студенческий билет есть? Скажите. Кто сейчас верит на слово? Сейчас интересный у нас теперь новый. Я тут последний раз принимал экзамен. У историков там их сотня. Весь поток. Приходит и говорит, уже ни у кого зачеток нет, в электронный форум перевели. Они мне суют эти вот этих, свои удостоверения. Я думаю, что они мне удостоверения? Впервые в жизни я сколько преподаю, никогда мне... Я и так знаю, что это мои студенты. Нет, мне приносят удостоверение. Думаю, что мне показывается? За кого они меня принимают? Оказывается, у них же в электронной форме зачетки. А вдруг это вот она сдает, а это не она, а она. Тогда, чтобы подтвердить, что она это она, она все равно приносит мне не зачетку, но тогда она приносит мне то самое... Удостоверение приносит. Никак от этого не отмотаешься. Ну, понятно, если вы куда-то сунетесь в любое, так сказать, заведение, вам скажут, давайте, вот хочешь госуслугами воспользоваться, СНИЛС давай. Сколько я пытался запомнить, что такое означает СНИЛС, не запомнил. Не знаете, как это расшифровать? Вот. Григорий Вячеславович, вы не можете? Ну, вообще, до чего дошли. Раньше это называлось страховой полис, а теперь СНИЛС какой-то. Свидетельство, налоговое, индекса. В общем, не знаю. Ну, в общем, СНИЛС, давайте СНИЛС. Везде. Вы без СНИЛСа никто. И еще индекс нужен налоговый. А паспорта недостаточно. Вот в паспорте номер есть ведь? Вам вот один номер, как вы думаете, это мало, видимо, присвоить? У вас номер есть. Вот у нас есть церковники, они выступают против номеров. Страховой номер индивидуального лицевого счета. А чего считали? Чего? Чего считали-то? Лицевой счет. Я не считал. Это, ну, счет-то должен быть какой-то. Это лицевой. Аббревиатура СНИЛС, страховой номер индивидуального лицевого счета. Вы спрашивали, я посмотрел. А что у меня на лице есть какой-то счет? Интересно называется. Вот всех требует. Скажите, пожалуйста, если один номер человеку дан, этого хватит, у вас у всех паспорта есть? И этот паспорт, номер паспорта не годится, вот вы студентка, не годится. Нужно номер еще этой зачетки или какое-то удостоверение, еще тоже номер. Ну, конечно, вот в паспорте уже ничего нет. Раньше там было написано, я работник университета, и штамп. И видно, что я не летун, что я вот пришел в университет, так и работаю. А сейчас что в паспорте написано? Может, я бомж. Показать вам мой паспорт? Да ничего там нету. Написано Попов Михаил Васильевич и номер. Все. И что это, о чем он говорит? А ни о чем. А раз ни о чем, тогда Михаил Васильевич должен вот удостоверение, что он профессор. Тут я недавно в ужасе обнаружил, что у меня удостоверение с декабрем 2017 года. Вот пошел в отдел кадров, поставил печать снова, чтобы пройти сюда. А как вы думаете, это и раньше так пускали? А вы еще не запомнили, когда здесь вот решетки были, чтобы философы не зашли к историкам, а историки и не узнали, что они историческое, а историки не зашли бы к философам и не узнали, что они философское. Видели это? Не видели. Но мы пережили страшные времена. Там некоторые как вот так пытались пройти. Даже сейчас уже третий этаж открыли, уже можно пройти. Да, вот вообще просто. Но как вы думаете, раньше было? Раньше было в любое помещение.
университета. Но сидели бабушки внизу, можно было зайти. Вот когда я учился, и все. Ну, раз уж требования, требования надо выполнять. Вот требования, все требования. От нас требуют бумажки, и мы должны будем написать бумажку. Но бумажку надо, раз вы мучиться будете с этими требованиями довольно долго, пока не добьетесь, правильно? Так, надо оформить так, да еще голосовали, выходили столько по цехам. Ну, раз вы столько проходите, так вот продумайте, какие требования. Что вы еще хотите там? А вот чтобы эти требования, значит, продумать, их можно взять из тех документов, которые есть в профсоюзном движении. Так, я вот некоторым товарищам давал коллективные договора. Кому я не давал? Поднимите руки. Раз, два, три, четыре, пять. Ух ты! Ну, у нас с собой было. Смотри, те, кому давал, уже не пришли. Знают, что им больше не дадут. Вот давайте поставим себе сейчас такую задачу. Вот вы это изучите с точки зрения того, какие могут выдвигаться требования. Вот все положения этого коллективного договора – это требования. Все. И по каждому этому требованию, по каждому пункту шли переговоры. Ну, вы себе можете представить, какие это были переговоры и сколько они вели? А что плохого? Вас освободили от работы с оплатой по среднему. Вы сидите, и вместо того, чтобы крутить ручки своего станка, или вместо того, чтобы разъезжать на погрузчике, вы в это время сидите на переговорах. Пьете кофе, перерыв. Что страшного? Ничего страшного в этом нету. Правильно? Это раз. Во-вторых, но все-таки, чтобы... Представьте себе, вот это большой очень документ. Документ, который состоит из требований, которые реализованы. Они реализованы уже дважды. Вот сначала тут написано с 8 по 11. По каждому пункту? Да, по каждому. И потом еще продлили на 3 года. И еще продлили на 3 года. То есть 11 плюс 3 – 14 год. В 2014 году были новые переговоры, новая борьба по всем пунктам. Некоторые пункты выпали, в том числе вот расчет, который я делал, реального повышения зарплаты в зависимости от перегрузки, от производительности труда по перегрузке контейнеров, чтобы все время она как бы автоматом повышалась. Это выпало. И поэтому вы можете посмотреть, зайдете на сайт Московского отделения Фонда рабочей академии, увидите, что тот, который новый, коллективный договор, хуже этого. Но это все реальный, то есть это вот реальный исторический документ, который 6 лет просуществовал. Одно время между был перерыв между одним и вторым коллективным договором, когда этот уже закончился, а тут еще не подписали. И тут сразу вместо шерстяной одежды брезентовую, вместо плаща вашего персонального, который вы поработали и повесили. Он высох. Вы придете снова, сухой одеваете. А тут я работал, только я мокрый повесил, ухожу, а вы одеваете этот мокрый, идите на улицу на мороз. Сразу все обрушилось. Ну, прошло буквально недели-две, и уже опять по нормам коллективного договора все пошло. Поскольку обязательно это делать. То есть это вот очень важный документ. Это не то, чтобы я вам что-нибудь навыдумывал. Знаете, профессора могут навыдумывать, чего только не выдумывают. А тут это не выдуманное. Так вот, можно было так вести переговоры. Вот вывалить это все работодателю, и он как увидит это все, и не будет соглашаться. Это один момент, который я хотел вам показать на него. И, значит, так вот сделано как? Есть тут сначала небольшой документ, общий коллективный договор, а потом 33 приложения. Это что значит? Сначала шли вот переговоры по части только и договорились. Вот те, о которых договорились, их и выделили первую часть. А потом пошли по очереди переговоры по этому приложению, потом по этому. И получилось не так, что вы все время на переговорах ни до чего не договорились и ни с чем. А тут получалось, поэтому договорились, и как бы нарастанием, пока не получили. А поскольку никак не могли договориться, то по каждому документу подписывали и ставили печати. Вот таких договоров больше не найдете нигде. Это ноу-хау, в том числе я в этом участвовал. Посмотрите, вот тут на конце, вот кончилась первая часть, написано: генеральный директор ЗАО «Первый контейнерный терминал» Тихов, председатель единого представительного органа работников ЕПОР, ЗАО ПКТ, председатель правкома Российского профсоюза докеров ЗАО ПКТ Саржин, заместитель председателя ЕПОР, ЗАО ПКТ, председатель правкома ПРВТ. ПРВТ – это не ругательство, это профсоюз работников водного транспорта. Вот
Посмотрите, печать стоит? Стоит. Документ? Документ. И так по каждому вопросу, не как обычно бывает, подписано председателем, секретарем, председателем и генеральным директором. В конце и все. И печати. Нет, тут по ходу дела. А почему? Следующая договоренность опять. Следующая договоренность вот такая короткая. Допустимое соотношение расстояния, на которое переносится груз, и его суммарное количество. Под две печати. Следующее. Договорились. Без печати, но фотописи стоят. Три печати. Это профсоюз, вот этого второго профсоюза печать. Это вот Южилин подписал, генеральный директор. Прямо подпись его персональная. Очень умный человек. Портовый комитет докеров, и это вот профсоюз работников водного транспорта. И вот закончили все переговоры. И со мной разговаривает председатель этого ЕПОР, единого представительного органа работников, товарищ Саржин. Говорят, что делать? Не подписывает генеральный. Говорит, не буду подписывать. И он весь, ну что делать? Что делать? Скончилось, все кончилось, все переговоры кончились. Почему договорились? Не подписывает. Я говорю, что делать? Взять, напечатать. Только с печатями со всеми. И подарить администрации, ну там сколько, штучек 20 этих самых коллективных договоров. Так и сделали. И все. Потому что это юридически это не имеет значения. В конце подписано, посередине подписано. Все, если все печати есть и везде все подписано, то весь договор подписан. Он не нуждается в... Вот это вот окончание, где пишет председатель и генеральный, не обязательно. Ну как вот в законе, вы все равно будете ссылаться на пункт, на часть вторую закона такого-то. И все. А не на Конституцию, не на весь закон в целом. Поэтому вот... Получилось следующее, да, Виктор Васильевич? Согласился по всем пунктам, но заключительное соглашение отказался подписывать. Да, оно и не нужно. Потому что у вас стоят... А все подписаны. А все, и все. Почему он не подписал? Ну какая нам разница? Вам нужна его подпись? Вам подпись нужна? Вам нужны шашечки или ехать, товарищ Бабинов? Ну есть коллективный договор, есть, все подписано, все условия, все ваши требования выполнены. И вам нужно еще, чтобы обязательно. А вот жаба душит их. А потому что сидят хозяева и скажут, не подписывай. Он говорит, ладно, не буду подписывать. А это все подписано уже. Он должен, вы ему дайте возможность отбиться от... Ну умный человек сидит, он с вами договорился. Но не ставьте его в такое положение, чтобы его уволили. Вы хотите, чтобы идиота прислали вам в качестве генерального директора? Что, генеральные директоры все бы же звери, что ли? Ну, не все звери, не совсем звери. Поэтому иногда видишь, вот они думают, обсуждают, потом говорят, стена такая. Почему? Ну, запретили им это и все. Запретили, уволят. Вот, попробую вас уволить. Вот невозможно вас уволить, если вы занимаетесь хорошо. Куда вас денешь, студент? А генерального директора уволить левой ногой. У нас директора запросто можно уволить. Почему? Он теперь директор, он назначен ректором. Профессор уже хуже, тоже можно уволить, но надо, раньше надо было через конкурс, и сейчас кончился конкурс, до свидания, срок, все. Поэтому вы, если это конфликтологи, вы должны видеть, тут какие могут быть конфликты. Вам зачем конфликт это раздувать по поводу того, что не подписана какая-то бумажка заключительная? Вам зачем заключительное соглашение? Вы будете в программе «Время» выступать? Я почему-то думал, что она обязательна. По каждому пункту отдельно, и потом все так думают. Ну, вам так все и думают, а вот для чего наука нужна? Если вам здесь все подписано, вам, значит, вам можно колбасу есть, вам можно хлеб есть и масло есть. Нет, вам, а вы требуете, чтобы было заключение о том, что вам можно есть бутерброд. Нет, это я не подпишу. Вот давайте три заключения, что вы можете есть колбасу, хлеб и масло. Пожалуйста. У вас выдалите. Не буду я подписывать пропозицию. Вот застрелите меня. Не буду. Все, сказал не буду. Вот я человек слова. И все. Потому что меня вызовут, скажут, вы что, Михаил Васильевич, вам сказали бутерброд не подписывать ему. А так я приду, вы что, ну что, не подписали бутерброд? Нет. Молодец. Меня похвалит. Вы должны... Мы же конфликты разрешаем, разруливаем как-то, да? Или мы разжигаем конфликты? Вы что, у вас... Какая задача? Стараемся разжечь конфликты, что ли? Стараемся разруливать, как вы сказали. Ну так вот и разруливайте. Михаил Васильевич, а вы меня к чему подбиваете? Позвольте вопрос. Откройте, пожалуйста, 111 страницу, в принципе, можете не открывать. Смотрите, вот тут есть интересное положение по поводу
по поводу размера материального поощрения. Да. На 111 странице написано, 8 пункт, не подлежат поощрению работники, имевшие за последние 5 лет работы, и начиная 8.1, прогулы, нахождение на территории в нетрезвом виде и так далее. А почему-то такое число большое за 5 лет? То есть, если это очень удобно, если человек... Чтобы не наказывать тех, кто за 6 лет имеет. Потому что выход другой там был бы. Это значит, что человек когда-то прогулял, напился пьяный 10 лет назад. И 10 лет его после этого мытарит, уцепили за это дело и не поощряют. А он работает и трезвый, как стеклышко. И докеры, они за то, чтобы их наказывали. Почему? Потому что у них коллективная оплата. Как говорится, ну, коллективные большие бригады, если кто-то придет пьяный, и опасно, и выработки не будет. Поэтому они совсем не хотят. Но если человек работает хорошо уже 5 лет, а вы вот чувствуете злодеев как раз. 5 лет вы хотите помнить не только за 5, за 10, за 100 лет хотите помнить, что мои предки когда-то, значит, не вышли на работу и когда-то выпили. А за это, говорит, вас надо выгнать из профессоров. Ну, вы злодеи. Я ответил на ваш вопрос? Михаил Васильевич, да, ответил. Ничего. Ну, так вот, и переговоры, это тоже должен быть концерт. Ну, как это должно быть? Это вот конфликтология должна быть же не скучной наукой, правда? Вот он, например, попросил у меня 1 000 000, не постеснялся. А некоторые им стыдно, видите ли, попросить. Да людям не стыдно 24 миллиона на самом деле получать. А тут мы просто с ним играем в эту в игру. Вот я и у него тоже могу попросить. Вы студент? Студент, дайте 2 миллиона до завтра. Жадный какой студент пошел. Наверное, папа у него не миллиардер. А так бы дал. А что у вас папа миллиардер? Неуспешный. Какие у нас? Два варианта есть. Или неуспешный, или неудачник. А вы удачник? Ну, дайте 2 миллиона, если вы удачник. Значит, неудачник, все. Разговор окончен. Так. Ну вот, значит, что мы должны понять? Что требования становятся требованиями не тогда, когда люди орут. Дайте то, дай 2 миллиона. Да это сколько угодно я могу говорить, он на это наплевал. А вот если это оформлено, если есть документ, и вы этот документ принесли, то это требования работников, которые работодатель по закону, по трудовому кодексу обязан рассмотреть. Конечно, я скажу, а у вас протокольчик есть? А сколько человек было? А как избирали? Все есть, есть. Ну, вы же нас знаете, Иван Петрович, все у нас есть. Ну, что, хотите посмотреть? Ну, посмотрите. Да, и у вас и так камеры везде есть. Ну, что вы как маленький ребенок? У вас же все там просвечивает. Я ходил, да, в свободное время, в обеденный перерыв, да. Тот думает, надо перекрыть эти самые проходы на следующий. Короче говоря, принесли вы, и после этого, какая? Там идет дальше, читайте, процедура очень простая. Он должен, или принять эти требования, или отказать. Остается. Вот если вы ко мне пришли с требованием, принесли, я могу только отказать или принять. Нету других вариантов. А отказать я могу зато в двух вариантах. Первый – отказать, написать на них. Или просто вот вы принесли требования, а я… Ну, спрашивайте у меня. Так вы подпишете, Михаил Васильевич? Точно не подпишете. Хорошо, а если мы придем завтра, вы подпишете? Спасибо большое. Вот по закону, если нет ответа, считается это, что… отказано. Угу. И тогда работник имеет право начать коллективный трудовой чего? Забастовку. Ну, прямо уж вы хотите. Разбежались. Спор написано, заказывается, спор могут начать. Спор, коллективный трудовой спор. Только под коллективным трудовым спором у нас в законодательстве фактически понимается конфликт. Начинается конфликт, потому что вы требовали, а я не согласился. Конфликт. А почему конфликт? А потому что вы не просто развернулись и пошли, а вы пошли что делать, готовить. Сразу сказали, мы пойдем готовить забастовку. Да идите куда хотите. Поэтому я ничего вам не сказал. Потому что я не верю, что вы подготовите. Это очень трудно. Вот что товарищ, вот мой дипломник, депутат Шейн, очень сильно во многих местах доказывал, что невозможно пройти процедуру. Почему невозможно? Потому что он ни разу не проходил. А докеры многократно проходили. Последний договор тоже был. Вся процедура была пройдена, они просто работу не останавливали.
Вот довели до последней точки, что они соберут конференцию и объявят с такого числа бессрочную забастовку. И спрашивают, ну как, подписываем или вы хотите посмотреть, как будет, начнется забастовка? Нет, говорят, мы не хотим, мы знаем, что вы умеете, и подписали. Поэтому вот это вот очень важное понимание, что такое требование, насколько это выше вот этих так называемых протестных действий, в которых, как говорят, народный гнев, что вы делаете, вот топят этот народный гнев, это просто выброшен на помойку этот народный гнев, никуда. Ну, знаете, как это вот, можно, у вас паровоз видели, да? А если весь пар в свисток выпустить, поедет паровоз? Не поедет. Вот это примерно так. Значит, вот сделаны реформы, ухудшающие положение работников. Каких? Ну, вот тех, которые сейчас молодых, вас. Меня-то они не улучшают, не ухудшают мое положение. Мне просто хуже от того, что я смотрю, что вам хуже, и мне нехорошо. Сочувствую вам. Дескать, а вы чего сочувствуете? Вам-то хорошо, Михаил Васильевич? Ну как, я же все-таки человек, это же мои студенты, а что же их вы обездолили? Пока я тут преподаю, уже успели. Ну так вы их научите, хоть они сами-то добрали бы это все. Так я и стараюсь. А вы правда нам сочувствуете? А? Правда сочувствуете? Конечно. Может, займете 10 тысяч до завтра? А? Может, займете 10 тысяч до завтра? 10 тысяч, может быть, когда-нибудь и займете. Шикарно. Займете. У вас есть? Он видит, как поставил вопрос. Могу ли я занять? Могу. Можно? У вас есть 10 тысяч? Нету. Ну, дайте до завтра 15. Я ему дам 10, а мне будет 5. Он, видите, как это? Может, займете? Нет, чтобы мне что? Займете, это значит, у меня нет, я должен у кого-то еще занять. Вы как-то странно поставили вопрос. Я к Сергею Ивановичу пойти должен, что ли, занять? Сергей Иванович, вы директор? Он говорит, директор, дайте, говорю, студенту нужно 10 тысяч. Это словесный оборот. Я знаю, что это словесный, но у меня к словесному обороту есть свой поворот. Я могу это за чистую монету. Займите, говорит. Он сказал же, займите. Все слышали, да? Дайте в долг-то 10, 15. Ну, сложитесь все, ну что вы не можете. Человек, видите, вот бедный. Я чувствую, вообще бессердечный народ пошел. Я все сделал для вас. Ну, больше уже не. То есть требования, это не то, что вот что-то написано в бумаге, это то, за что уже проголосовано, и за что те, кто требует, готовы бороться вплоть до проведения забастовки. Правильно? Готовы бороться. Не то, что они, может быть, будут. Нет, они уже это... Значит, одно время... В законодательстве был такой пункт. Если провели переговоры коллективные, они закончились тем, что не договорились. А раз не договорились, то составляется протокол разногласий. Как пишется протокол разногласий, знаете, нет? Вот у нас с вами разногласия, как мы напишем? Мы напишем, у нас будет протокол разногласий между Поповым Михаилом Васильевичем и... Вот, и Татьяна Андреевна. Пункт первый. Зачет поставить без вопросов. Пункт второй. Только с вопросами. И так далее. И все пункты расписали, составили протокол разногласий. Должно быть от вас один представитель, от меня. Почему? От одной стороны, от другой. И два. Ну, это же вы можете, может, у вас имеется разногласие, но вы-то понимаете, в чем у нас разногласие. Это мы можем написать общий протокол. И подписываем. От одной стороны, от работодателя, от работника. И это протокол называется протокол разногласий. И короткое обоснование, почему вы не согласны мне что-то дать, или почему я не согласен что-то вам дать. Все, мы это дело пишем. Бывают случаи, когда конфликт дошел до такой степени, что уже даже протокол, о чем у нас разногласия, ни за что не хотят подписывать. И не надо. Ну, раз и так разногласия, пишите вы свой протокол, я свой протокол. Какая разница? Все равно разногласия там и такие, и такие. Всем ясно, что они по всем этим мы будут. И написано было в законе, что протокол разногласий является основанием для начала коллективного трудового спора. То есть для начала конфликта. Наш дорогой законодатель на известном этапе выкинул этот вот пункт из устава. Теперь, если вы хотите начать коллективный трудовой спор, начиная сначала. Идите вот на переговоры, и... поэтому не думайте, что если у вас протокол разногласия, то и все. Поэтому раньше можно было от переговоров сразу переходить к забастовке, а теперь вот выдвигайте требования. А если вы требования не можете выдвинуть, никаких забастовок. Это все ваше незаконно,
и вашу забастовку запретят, и так далее. Но не расстраивайтесь. Я вам, как юрист, по заново скажу, если ваша забастовка незаконна, а вы... А кто может сказать, что она незаконна? Я? Вот если я скажу, что ваша забастовка незаконна, это законно? Нет. Нет. Кто я такой, чтобы объявлять вашу забастовку незаконной? Никто. Кто может объявить вашу забастовку незаконной? Суд. Суд был? Не был. Значит, вы объявили забастовку. Представьте себе, вы работники какого-нибудь завода, а я генеральный директор. И забастовали. Нет, вы забастовали. Просто взяли и забастовали. Ничего, ни процедуру не проводили, ни требования. Требования вы мне устно сказали, и все. Еще не в таких выражениях. Сейчас не будем повторять. И забастовали. Я говорю, ваша забастовка незаконна. А вы говорите, ничего подобного, идите в суд. Вот суд скажет, что она незаконна, то будет незаконно. А пока работать не будем. А? И докажите, что она незаконна. Да, и докажите, что она незаконна. Я пошел в суд. Ну, что значит я? Я-то сам не пойду, вот пошлю юриста. Он пошел в суд. Это сам суд, сами знаете, пока, когда. А вы все сидите, не работаете. А что написано по поводу этого? Наконец, суд, ну, как вы думаете, кому он пойдет навстречу? Ну, мне он пойдет. Вот и я. А кто придет и сообщит о решении суда? Кто? Юрист. Какой юрист? Судебные приставы придут. Юрист никто. Вот судебный пристав должен сообщить о решении суда. Исполняет кто? Судебные приставы, исполнители. Это другая служба. Вы когда с решением суда бегите, вот ваш юрист пусть сходит с решением, получит исполнительный лист, не решение суда. Решение суда никого не интересует в службе судебных приставов. Пусть получит исполнительный лист, исполнительным листом идет куда? Исполнять. Вот пришел сообщать работникам, написано в законе, органу, возглавляющему забастовку, надо вручить, и на следующий день вы должны прекратить забастовку, уже приступить к работе, если ваша забастовка незаконна. Я прихожу к вам, спрашиваю, где ваш забастовочный этот комитет? Где у вас комитет? Она не знает. Вы не знаете эти забастовки? Вы не знаете? Ну, у меня уже все, рабочий день, конец, все. Завтра приду. Так хожу. А обязан забастовочный комитет быть? Не обязан. А, тем более у вас стихийная забастовка. А этот забастовочный комитет должен тут сидеть или может дома вон сидеть? Или в кафе сидеть, чай пить? Или он в кочегарке где-нибудь, до которой никто не доберется? Поэтому, кроме всяких процедур, мы же с вами говорили, это конфликт. Конфликт по-разному разрешается. Раз и конфликт. Если это делается дружно и хорошо, и результативно будет. Потом приходит, говорит, все, я это сделаю. И сразу все начали работать. Быстро и хорошо. Так и мы. Раз, поскольку уже 5 часов, мы заканчиваем бесконфликтно. А то скажут, я нарушил закон, понимаешь, уже 5 часов, а мы продолжаем. А так все хорошо. Спасибо за внимание. До следующего раза. Так это вам. Вам будете доклад делать с анализом. Вы думаете, один пункт мне рассказали? Все пункты расскажете. Ну, первое, вносили много пунктов, там уже не все же там вносили. Ну, конечно, это итог. У работодателя было 40 пунктов, а у докера 440. Ну, а там дублирующие пункты, потому что работодатель забудет, что он это отклонил, и пройдут другие дублирующие. Дублеры должны быть, правильно? Вон, у космонавтов же дублеры. И здесь. Вдруг себя плохо почувствовал, вот он полетит вместо меня. А он плохо почувствовал, он полетит. Я почувствовал. Да. Спасибо большое за лекцию. Пожалуйста. Приходите еще. Приходите на зачет. Придется. Михаил Васильевич, так, нам нужно изучить этот документ. Надо документ и выступить здесь с докладом. Окей. Большим докладом. По какому вопросу? Ну, просто в общем. С анализом, чтобы умные какие-то мысли у вас были. Умные. Не рассказывать, что в этом написано то, то и то. Это я сам видел. С анализом. Анализ, понимаете, что такое? Постараемся. Ну, вот. А? Как будете готовы, так сразу и вам даю слово. То есть счет теперь, значит, как это? Мяч на вашей стороне. Можем так на каждой лекции послушаем докладик, а потом будем лекцию слушать и так далее, веселее. У нас предполагается нашей программы, там видели, там, что у нас должны быть типа семинаров тоже. А то я только выступаю, а вы только оцениваете, хорошо я выступил или нет. Это неправильно. Хорошо. Спасибо. Счастливо, до свидания. А можно тогда почитать? А?
разделить на группу, там кто-то какие-то одни аспекты освещает. Кстати, хорошее предложение, Михаил Васильевич, разделить. А если вас разделить на части, вот, и потом отдельно сказать, это ухо ее, это не очень хорошее. Вот надо лучше каждый постарается оценку в целом свою дать. Вы же можете по-своему ставить, но целого. Это целое явление, а вы хотите из него выдрать куски и начать, а части лишь у трупа. Да. Спасибо. Труп не надо. Спасибо. До свидания. До свидания. Отличная лекция. От других.